Всем привет, с вами Алитир. В этом видео я расскажу, как убрать input lag в CSGO. Приятного просмотра. Что такое input lag? Это задержка выполнения действия устройства. Например, при зажатии на кнопку мыши выстрел будет сделан не сразу, а через полсекунды. Как это исправить? Начнем с настроек мыши. В поиске Windows пишем параметры мыши и открываем их. Справа вверху нажимаем дополнительный параметр мыши, параметры указателя. В разделе «Перемещение» убираем галочку. Сохраняем изменения. Далее справляем настройки Windows. Заходим в параметры Windows, выбираем «Игры» и отключаем Xbox Game Bar. Заходим в «Клипы» и тоже все отключаем. Далее включаем игровой режим. Возвращаемся в параметры Windows, система, уведомления действия, выключаем все. В разделе фокусировка внимания выбираем выкл. В разделе питание и спящий режим выбираем дополнительный параметр питания, выбираем высокую производительность. Открываем проводник, нажимаем правую кнопку мыши на этот компьютер, свойства, дополнительные параметры системы. В разделе быстродействия открываем параметры и выбираем наилучшее быстродействие. Сохраняем изменения. Открываем в проводнике папку с CSGO. По умолчанию путь такой. Нажимаем правую кнопку мыши по значку CSGO, свойства, совместимость. Изменить параметры для всех пользователей. Ставим галочку «Отключить оптимизацию во весь экран». Далее выбираем «Изменить параметры высокого DPI». Ставим галочку и выбираем «Приложение». Сохраняем изменения. Для большего влияния на input lag нужна программа Intelligent List Cleaner. Она поможет в режиме игры чистить то, что находится в оперативной памяти, увеличивая FPS и уменьшая input lag. Заходим на сайт по ссылке в описании, скачиваем файл. Устанавливаем и запускаем. В первом окне ставим 1024, во втором значение в два раза меньше, чем размер вашей оперативной памяти. Например, если у вас 16 ГБ, то ставите 8. В окне Wanted Timer Resolution ставим 0.5 и нажимаем Start. Теперь input lag станет намного меньше и вы сможете играть в CSGO комфортно. Если ролик был полезен, то я буду рад вашей подписке на канал, ведь именно вы, мои уважаемые зрители, мотивируете меня снимать новые видео. С вами был Алитир, всем пока.